Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мифические легенды». Дай-ка я гляну, что у нас тут. Получить награды. Получаем. Так, бесплатно, 500 монет. Кстати, у нас с монетами-то проблема. Мы же прокачивать никого не сможем. Потому что не хватает элементарно финансов. Ну что, классический турнир. Поехали. Может, тут немножко заработаем. Так, Рэй, 8 уровень. Ну тут восьмых уже дофига, ребята. И здесь, и здесь. Дай-ка я посмотрю. Ну, я думаю, что здесь мы справимся. Причем справимся, наверное, довольно-таки легко. Опять же, не факт. Некромант. Ну, с некромантом-то, конечно, немножко плохи шутки. Ты смотри. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Не понял. На. Давай, 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 лучница. Ё-моё. Слушай, такой, кажется, дрещёныш. А чуть было нас не победил. Вот такие вот пироги, ребята. Так, ну я пока на первой позиции. Дальше. Ух ты. Так, чемпиона леса я не буду. Вот, наверное, это возьмем. 6000. И всего лишь одна лучница. Ну что же, давай я посмотрю. У нас, кстати, так. У него одна лучница 6 уровня. А у меня-то сколько? У меня 3 лучницы. Вот и думай теперь. Как ты думаешь, сможем пробить? Подожди-ка, у меня что? У меня одного бойца не стоит еще. Ёк-макарёк, а почему? Кого я не выстрелил-то? Ох, может быть, этого? Или вот так вот сделать? То есть он прыгнет. Там сзади лучница. Лучницу, наверное, сможет забомбить. В общем, пока не попробуем, мы не поймем. Поехали, в бой. Главное, чтобы он лучницу бомбанул. Есть, он ее подбил. Ну. Так, оглушили и забомбили. Отлично, отлично тут получилось. Такс, пока держим марку. Спиди Парабл, 98. Так, Рюфель Аморта. Аморта — это у нас маг. Ну я, наверное, ну давай Рюфеля возьмем. Так, подожди-ка, 5... О, ну тут 5200 против... 6800, конечно, разница ощутимая. Сейчас посмотрим. Давай, 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 давай. Есть, минус одна. Двигаемся, продвигаемся, ребята. Yeah. Ну тут вообще как-то легко было. Кибич. Пока еще никто не выбыл. Пока еще. Снижает получаемый урон. Так, здоровье всем союзным рыцарям на арене. 10% здоровья. Я, наверное, все-таки возьму вот это. 25% урона. Ну что, поехали. Я уже просто вижу, ребят, по... Так, а он взял защиту. Я щиты не беру, как вы мне сказали. Не стоит на них тратиться, потому что это самая, типа, фигня. Поэтому я щиты в последнее время не беру. Я даже удивлен, что у меня лучница выжила. Хотя здесь орудовали два ассасина. Ты посмотри-ка, еще никто не выбыл. Да что ж ты будешь делать-то? Сильный чемпион получает 10 шансов. Или к скорости лучше. Наверное, к скорости я возьму.
Шанскрита это лучше всего дамагером, да, ставить? Ну, так как у меня ассасинов нет. О, это та старая команда, которую мы уже с тобой юзали. И, кстати, здесь у нас в тот раз чуть было не проиграли, да? Одна лучница осталась, но здесь намного лучше пошло дело. По-моему, сейчас выбывает. Да, выбывает из баталии. Тут сразу два выбыло. Августа 41%. Смотри-ка, там ну тут, наверное, вот так возьму. 5400 против 6700. Он для мага взял, да? Амулет специально. Вот, смотри, 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 что происходит. Блин. Ассасин все-таки успел убить моих лучниц, но тут, слава богу, у нас на переднем фланге все было зашибись. Мои рыцари все-таки справились. Еще минус двое. А эти еще не тронутые вообще, прикинь. Габриэль. Мы будем драться с Габриэлем. Ну что, ходящих мертвецов, наверное, возьмем, да? Да, возьмем так. 7000 против 5900. Маги, ассасин, маг. Он, короче, на чисто нежить у него. Нет. Не чисто нежить. Ну, давай посмотрим. Мне, конечно, немножко не нравится то, что у него... Блин, он же еще и нежить будет призывать. Ну, вот смотри, что делает его ассасин, а? Эй! Фух, повезло. Что мой этот прыгнул? И оглушил их здесь всех. С оглушением. Так, Августа выбывает. Тетеус. Тетеус. Так, ну здесь я, наверное, возьму Виктуса. Доступны ежедневные награды. А точнее, в магазин, что ли? Получить сундук. Ну-ка. Ага. Есть карта Цидара, а это у нас Идон. Выполнение Идон еще. Выиграть 80 чемпионами пустыня. Выиграть 10 боев. Потратить 200 золота. Так, ну что, друзья. Угу. Это плохо. Это плохо, что у него этот чудило здесь есть. Он прыгнет, как всегда. Ладно, я рискну. Слушай, у него тут ураган. О, еще и с уроном. Ну, ты смотри, что творит, а? Ребята, сфейлился я. А знаешь почему? Потому что ассасин вот здесь вот был. Он уничтожил всех моих лучниц. Прикинь? Так, ТТ, значит, у нас сейчас на первом месте типа стоит, да? Чемпионы империи получает 5 к защите, если рядом. Если рядом другие чемпионы империи. Это вообще не в тему, вот серьезно тебе говорю. С кем мы там деремся? Ну, этого я победить и так смогу. Ну, должен, по крайней мере. Попробуем. Блин, эти ураганы вообще вот не в тему. Вот серьезно тебе говорю. Есть. Запинали. Габриэль Барбина какой-то. Так, мы Габриэля, по ходу дела, вырубили. Остаемся мы вот один на один с этим Тетеусом.
Ураган. Ну давай я выберу ураган. Задание какое-то выполним. Получаем здесь немножко наград. 6700. Так, еще раз посмотрим. Он, короче, сгруппировался, получается, да? Если мы тоже сейчас сгруппируемся. Вот так вот, к примеру, да? Попробуем. Попробуем, друзья. Ну, смотри. Совсем другое дело. Совсем другое дело. 60 получил сразу же. Ну что, Тетеус? Я и понимаю, как тебе обидно сейчас. Шанс криту. Или здоровье 25. Я, наверное, выберу здоровье, ребят. Ну что, он такая же, да? Такая же. Попробуем, ребят, тактика вроде бы работает. Причем довольно неплохо. Но опять же, ураганы, рандомно ураганчики ведут себя. Видишь? На! Е! Все-таки вырвали мы победу с вами. Вырвали. Ох, сейчас получим сундучки. Первое место. Тих, наград надавали. Ну что, давай. Сколько нам тут? Смотрим. 235 монет. Гренвар. Уиллоу. Опять гренвар. И сундук. Отлично. Так, смотрим здесь. Деньги. Виктус. Гринвальд. Друзья мои, это новинка. И опять Уиллоу. А что за Гринвальд? Кто такой вообще? Можно мне про него почитать? Лечит союзников на 25% максимального здоровья в течение 3 секунд. Радиус действия в клетках 3. Отбрасывает соседних врагов и оглушает их на 2 секунды. Даже не знаю, что и сказать про него. Ну, он должен быть прокачанным, хорошо. Так, что мы можем... Подожди, это же не ему, да? Это... Ну, это будет только 7 уровень. Я думаю, что нет смысла мне ее брать. В ближайшее время я как бы не вижу в ней перспективы. Отбрасываю... И, кстати, этого тоже не хочу брать. Ну что, поехали еще партийку зарубим. Опачки, друзья мои. Фокси, 9 уровень. Как тебе такой расклад? Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. 2 ассасина. Слушай, ну если мы вот так вот будем сгруппированы, я думаю, нормально пойдет. Сейчас проверим. Ой-ой-ой-ой-ой, ассасин пошел. А этот на него... Ты посмотри, что творит. Ты посмотри, что творит. Да. Ассасин, конечно, тут обделался мой. Начало такое. Паршивенькое, будем честны. Укротителей у меня нету, поэтому мне как бы невыгодно брать. Кто тут? Две лучницы. Дай-ка я вот так попробую сделать. Поехали. Если ассасин туда прыгнет, вот сюда вот, то в принципе должно все нормально пройти.
Минус лучница. Ассасина, ты ёпрст, что ты этого за... не смог запинать ассасина-то? Блин, мне нужно взять с удовольствием бы, если дадут, на призыв нежити. Очень хорошее подспорье, потому что враг пока разбирается с нежитью, у нас есть возможность его немножко попинать. Ну что, Гренвара что ли брать? Ну ладно, для будущей прокачки возьмем. Так, это опять этот что ли, да? Ага, вот он как сделал. У него два ассасина здесь еще при всем при этом. Ассасины прыгнут сюда ко мне, да? Такс. Видишь, седьмого, у него уже седьмого уровня бойцы, ребят, как бы. Как бы шансы на победу малы. Просто из-за уровня может победить. Видишь, что происходит? Хотя все отлично. Блин, этот. Он же воскрешается, точно. Вот так, мощь была 6900, а видишь, победили мы его. Миг. Кто такой Миг? Так, торнадо. Выбираем торнадо. Пускай будет. Ну-ка, покажи мне. Да. Два ассасина. Слушай, я не знаю, он рассчитывает. Он рассчитывает, наверное, на быстрый бой, потому что у него 4, 2 лучника, 2 ассасина. Сейчас посмотрим, как это все будет примерно выглядеть. Но как-то не особо у него хорошая тактика была, если честно. Ты сам почти прекрасно видел. Его ассасины схлестнулись с моими танками, и, соответственно, мы их порвали. Плюс лучники мои издалека прикрывали. То есть вообще нормально получилось. Получает 50 ксорских атак в начале боя. Нет, я возьму, наверное, вот это вот. 6300. Два ассасина. Слушай, а мы, не ему ли мы проиграли в тот раз? Два ассасина. Фиг знает. Давай посмотрим. Опять же говорю, если ассасины сюда прыгнут, вот. Главное, чтобы... Ай, зомби. Вот зомби, ребята, очень сильно отвлекает. Наверное, сфейлюсь. Нет? Нет, нормально все получилось. Этот встанет. Но тут его ждет парнишка, который щиты вешает на себя. Этот крутой мужичок, кстати. Поэтому я его и прокачиваю. Это Идон, вроде бы его. Так величать. Так, ну что, Мика я вырубил. Найс квартербэк. Навык твоих легенд. Так, на 50%. Случайный чемпион получается к скорости. Ребят, ну, не было больше другого ничего взять. Ох, 7400, нифига. А чего он так прокачался-то? Офигенно, 7400, ё-моё. Лучница. Лучница получает к скорости, ребята. А у него, смотри, у него тоже этот взят, оказывается. Да что ты? Все, сфейлились, ребят. Быстро тут меня раскатали. А знаешь, почему раскатали? Потому что... Да, он первое место. Пока на первом месте стоит. Вот. 7400, Фокси. У него маг там еще. У него там есть ассасин? Вроде бы есть, да? Ладно, попробуем.
Блин, на самом деле вот эта вот скорость 50%, мне кажется, это полная фигня. Смотри, 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 смотри. Еще вытворяет. Мы опять фейлимся, ребята. Или нет? Ты хорош. Ты серьезно, блин? Вот этот говнарь, блин, выжил, блин. Пипец, конечно, ребят. Сайбер я возьму. Это, конечно, был трындец. Вот сейчас вот в данный момент, что сейчас вот вытворялось. Видишь, если ты не выигрываешь битву, тебе не дают выбор перков. Этот вот постоянно воскрешает бесевый хмырь. Живучий какой-то, фиг поймешь, ну ты посмотри. Зашибись, блин, и тут сфейлился. Все, меня подбили. Да. Ну и что мы тут возьмем? Слушай, два сундука. Ребята, два сундука возьмем. Ксавер, отлично. Так, это кто у нас? Идон, великолепно. Ну-ка, смотрим. Так, деньги. Седос. Клие. Уиллу. Нейра. Деревянный сундук, обычный. Ну, тут простенькие карты. Нефизия и Алвар. Так, это что такое у нас? Событие разблокировано. А что за событие? Новинка. Испытание дня. До конца 3 часа 4 минуты. Ну-ка, давай проверим. Режим игры. Лестница испытаний. Выиграйте турнир, выполнив особые условия и получи награду. Займи первое место в турнире. Ну-ка. Ох, ничего себе тут. Тут противничка авто. 5600. Что-то тут накидали. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Вот так вот он, да, встал в кучку. Ладно, сразу в бой пойду. В общем, нам нужно побеждать. Чем больше побеждаем, тем больше наград, ребята, получаем. То есть прокачиваем перки и тому подобное. Идон, молодец, красавец. Ну... Лучниц, лучниц. Есть, давай ее. Нормально. Но здесь хорошо у нас получилось. Противник побежден. Он сразу убывает, что ли? А, вот так вот. То есть тут нету хпшек, тут сразу на вылет идет. 5800, поехали, сразу же, ребята. Так, он взял щиты, я взял хп. Отлично. Давай, 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 Сосиныч. Есть. Но тут мы запинаем, запинаем. Нормуль. На тебе. Так, еще один выбывает. Мы потихоньку-потихоньку как бы продвигаемся по лестнице, что ли, по этой. Ну давай я возьму Гринвальда. 6400 против 6000 мощей. Поехали. Думаю, должны справиться, блин. А, у него... Подожди, а у меня тоже только одна. Но у него броня. Блин, на моего ассасина вдвоем напали. Зашибись. По-моему, тут сфейлимся, ребят. Сфейлимся, чую. Да бесемый вот этот нежить, блин. Ну ты посмотри. Все, я выбываю.
Нет? Ну, поражение же написано. Нет, ребята, я не выбываю. Я думал, что все, там сразу же вылетаешь. Опять с ним, что ли? Вот это меня бесит. Видишь, что вот этот чувак бежит? Сразу же, ребята, переключается. Кто там химяется-то у них? Я не могу не понять. Почему такая нежить-то у тебя... Блин, и Дон помог мне здесь. Что, победили, что ли, здесь? Противник побежден. К здоровью, наверное, я возьму. Так, 5600. Что там у нас? Офигеть, тут набрал себе. Раз, два, три, четыре. Ты серьезно, что ли? Четыре ассасина взял себе в отряд. Ничего себе. Это что сейчас будет тут происходить тогда? Ну да, да, запинали мы, короче, тут. Вот этот чувак, конечно, крутой крутится. Да, нежить и крышка. Блин, да только на седьмую позицию мы перебираемся. Драконит. Шесть тысяч. Ребята, мощей. Раз, два. Не успел, блин, не успел. Эй. А почему мой-то, блин, запоздавший какой-то? Я не понимаю, почему у него быстрее выпрыгивает, чем мой, а? Вот это вот мне интересно знать. Ладно, переходим на шестую позицию. Вот. Нежить я, пожалуй, возьму. Вот у него как отряд стоит. Это кто? Ага. Блин, ну почему в задний-то? Надо было спереди, потому что спереди. Так, смотри, у него там. У него на... У него больше даже этих заклинаний. Давай, будем честны. Зомби, отвлекайте зомби их. Ну, есть. Есть. Прекрасно. Зомби, они, видишь, они начинают именно с заднего ряда идти все. Не рандомно по карте разбрасываться, а именно сзади. Так, перебираемся на пятую позицию. Знаешь, это что-то своего рода как типа башни. Торнадо. Выберем еще и торнадо. То есть у нас торнадо, зомби. 6800. Попробуем. То есть зомби сзади, торнадо будут гулять, естественно, по полю. Ну, должно быть хорошо. Так вот не поймешь, где тут чьи зомби на самом деле, блин. Кружится, кружится. Все, докружился. Вот этот чувак крутой. Вот этот читву очень хорошо помогает, спасает. На, голубчик. Так, противник побежден. Четвертое место. Ну давай, наверное, возьму Цидару. А что это такое? Все чемпионы этого класса получают ослабление скорости атаки. Все чемпионы этого класса получают усиление урон. А что это за класс такой, чемпионов этого класса? Что за класс вообще, я не понимаю. Слушай-ка, Бестмастер 7300 имеет. А если я, например, этого ассасина поменяю на...
Вот так. Как думаешь, будет от этого прок? Это же он у нас оживает. Слушай, по-моему, я такой отстой сделал. Ты посмотри, что маги творят. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, ё-моё, ну что ты будешь делать, блин? Зря я, наверное, поменял. Ой, зря я поменял. Так, давай менять обратно. Посмотрим, поменяется ли что-нибудь от этого или нет. В принципе, нужно прыгнуть в тыл. Куда ты прыгнул-то, дуралей? Куда? Чё? Он прыгнул и замер. Все, ё-моё. И начинает строчить не в того, в кого надо. Давай, 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 давай. Этого мага всех тут есть. Блин, вот что значит поменять ассасина, и все, ребята, уже сразу проигрываешь. Да. Так, переходим на третью позицию. После того, как чемпионы Некрополя погибают, они живут еще 3 секунды. Попробуем пожить еще 3 секунды. Так, ассасин у него там. Ну, если ассасин к нам сюда запрыгнет, мы его, наверное, расколбасим, я так понимаю. О, у него дракон, ребята. Ё-моё. Ну, с драконом-то, блин-то, любой дурак выиграет, мне кажется. Да ладно, серьезно, что ли? Даже дракон не помог. Шикандос. Так, ребят, переходим с вами на вторую позицию. То есть это последний, да, поединок у нас будет. Так, смертельный удар или пылающие стрелы? Наверное, пылающие стрелы я возьму. 7500 у противника. Что-то, мне кажется, здесь сейчас будет заварушка такая серьезная, ребят. Ураганчики тоже, я смотрю. Смотри, 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 смотри. Минус лучница. А это что сейчас было? Это хирящая волна, да? Я так понимаю. Есть! The best from West, друзья мои. Победа. Эх, победушка. Ну что, я первое место занимаю, получается. Лулу Тим вылетает, и мы получаем с тобой награду. Сундук. Опа. Деньги. Так, Нефезия. Гринвальд. Хасгард. Ух ты, а это что такое? Вот это что? За импер... Для чего нам нужны вот эти вот штуки? Я не знаю, ребят. Как же долго... Так, а вот смотри. Новые жетоны этой недели закроются через 6 дней. Собирайте жетоны во время событий, покупай на них товары в магазине жетонов. Ох ты. Это кто такая? Ликия. Нифига себе. Так, все чемпионы-союзники получают 1% к скорости атаки и 1% к шансу крита. Супер навык. Фига себе. Слушай, 500 жетонов, это мне нужно пройти. Скоро в игре вторжение. А испытание твое налево только один раз, да, за день? А приключение что дает? За победу нужно получить жетоны, выиграть до 600 жетонов в приключениях. Условия. Минус здоровье. Ну-ка, можно мне хотя бы
Опа. Да вы серьезно, что ли? Хм. И откуда я начинаю? С этого островка, что ли? Принять участие могут не больше 5 чемпионов. Можно хоть глянуть, кто там у него. Ага. Блин, я не знаю. Давай попробуем. Ну, кажется, с одним лучником я здесь нифига не сделаю. Эй! Маг заколбасил. Давай, 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 родной. Мага этого есть. Теперь этого мага. Остается последний. Плешивый маг. Есть. Шикарно, ребята. Здесь мы выиграли. Лучница одна осталась у меня. Опа, 20 жетонов. Так, переходим на следующий островок. Так, опять 5 чемпионов. А что там за условия? Подожди-ка секунду. Все чемпионы этого класса получают ослабленное здоровье. То есть все ассасины будут получать пониженное здоровье, да? Ну, ослабление получается, короче. Поэтому их лучше не брать в отряд. Я понял. Давай-д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 авай. Есть. Так, следующего, следующего. Так, этот оглушен. А чё так меня расколбасили так быстро? Мы сразу погибаем. То есть не взяли, да, как бы? А! Вот у вас как тут. Блин, да я, наверное, вот так вот сделаю. Даже, наверное, не так, а... Вот так. Попробуем. Ёк-макарёк, ассасин! Да ну какого фикуса-то, блин? Маг этот... Вот как он достал, а? Это что сейчас было-то? Просто бежал, град этих ножей выкинул, прикинь? Да, ребята. Ладно, я просто уже немножко подустал. Ну что, друзья мои, давайте мы на этом сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!